Ремонт в этом доме проходит неравномерно, жалуются жильцы. Еще летом в первых двух подъездах провели долгожданные работы по замене оконных блоков. А в третьем ремонт даже не начинался, возмущаются люди. Мы как бы давно хотим поменять окна, хотели поменять. И управляющая компания сказала, что есть финансы только там на два подъезда. Ну, по итогу летом окна поменяли только в двух подъездах. И сказали, что как бы вот в октябре скоро-скоро будут у нас менять. Но как бы окна все равно не меняют. Ну, окна старые, их невозможно открыть. Они летом не проветриваются, а зимой холодно. То есть как бы они там половина разбиты, их даже помыть нельзя. Ну, как бы вы сами видите. По словам жильцов, коммунальщики обещали завершить ремонт не позднее октября. Но месяц заканчивается, а рабочих до сих пор нет. Когда ставили окна в первых двух подъездах, она сказала, что окна готовы. Стоят где-то, и нам поставят их в октябре, но сегодня уже 26-е. Окон нет. Вот, холодно очень, зимой дует. Объяснила то, что деньги накопились с наших трех подъездов, но их хватило только поставить им. Но наши окна готовы, и денег нет, чтобы их поставить. Но до октября эта сумма накопится, и нам их поставят. Жители рассказывают, здесь никогда не меняли окна, а дому больше 60 лет. Говорят, особенно тяжко зимой, дует из всех щелей. 61 года живем, и так живем, никто не менял. Все сгнили, сами видите, какие окна. Ветер гуляет, холодно. И мы живем вообще как изгой, особенно третий подъезд. Там-то, не знаю, может быть, что-то сделали. Ну, окна, видите, что? У нас ни окон, ни порога. Ни один человек у порога уже ломал ногу. Да, я была со щиткой, щиколотка у меня сломана. Ни один. Обращались уже 6-й год. Она нам говорит одно и то же. В этом году сделаем. В этом году 6-й год пошел. Мы 6-й год верим. И 6-й год все это напрасно. Люди просят подключиться к решению проблемы вышестоящие органы. Ведь не за горами зима. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ.